А вот москвич Максим Шлычков вот уже 3 года в машину не садится без армянского дудука. Он так расслабляется в пути, играя. Летом в столичных пробках даже концерты дает. Водители соседних машин бывают, правда, в шоке, когда видят такое. Вот, мы опять поехали. Говорят, недавно главного флейтиста Берлинского филармонического оркестра оштрафовала дорожная полиция за то, что тот разучивал партию за рулем. Максима тоже останавливали, но отпустили без штрафа. Наши инспекторы ГАИ, оказывается, ценят искусство. Я ему объяснил, что это такое, рассказал про дудук, про его историю, про дядю Дживана. Наиграл ему немножко, ему очень понравилось. Но вот найти себе занятие в пробках без магнитолы, спиц, музыкальных инструментов и чего бы то еще смогла, похоже, только еще одна Елена. Она занимается фитнесом. Наклон налево, наклон направо, растяжка.